Всем привет, друзья, с вами снова Катя. Мы продолжаем проходить Ведьмака 3 Дикая Охота. Продолжаем закрывать наши долги по сайт-квестам, по поиску ведьмачьих сокровищ, по всяким другим вещам, по ведьмачьим заказам. Вот, и сегодня мы с вами начинаем на Скеллиге с выполнения задания упражнения «Высшая алхимия». Потому что, если вы помните, когда мы на Скеллиге бежали к Йеннифер, мы наткнулись на двух друидов, один из которых отказывался передавать более молодому собрату свои алхимические знания. Мотивируя это тем, что типа «ты охренел, что ли, у меня эти знания просить? Я всю жизнь их искал, иди вон то же самое, блин, напрягайся и ищи». Ну, такое, короче, такой сноб и ханжа. И нам теперь нужно вроде как стать его учеником и все дела. И первым делом мы должны поговорить с друидом. Вот, и убедить его пообщаться, вот, собственно, с тем, кто дал нам задание, по-моему. Я уже точно не помню. Я это задание брала так давно, что, божечки. Хрена себе. Вы гляньте, какой волчара здоровый. Офигеть. Так, ну ладно. Ты Фритив? Верно. А тебя, ведьмак, как зовут? Как зовут? Приблуда, чужак, мутант. Но бывает и по имени. Геральт из Ривии. Ха! Человек, способный посмеяться над собой. Мне это нравится. Так что же я могу для тебя сделать, Геральт? Волчик очень красивый. Гремист призывает тебя к себе. Он хочет, чтобы ты провел с ним какой-то ритуал. Ритуал? Такое, что превратит его из пакостного козла обратно в человека? Я бы съездил к нему, хотя бы по старой памяти. Но у меня сейчас полно забот. Оглянись. Видишь, как высохла эта земля. Здесь не было дождя несколько недель. Чувак, сейчас дождь идет. Трава на пастбищах увядает. Овцы падают от голода. Дождь идет сейчас. Дождь. Боюсь, что... Подожди, подожди. А ты мне не поможешь? Интересно, как? Давай. У меня много способностей, не но знаю, вот еще, погоду но давай. Менять я не умею. А здесь нужен другой дар. Рубить мечом. Видишь ли, мать природа не любит, когда что-то отнимают у нее силы. Значит, нужно будет защищаться. И защищаться так упорно, что, пожалуй, мне пригодится защитник. Так что скажешь? Ну, давай. Если ты потом поедешь к Гремисту, тогда да, я помогу. Договорились. А теперь давай за мной. Самое время для небольшой бури. Так. Будем надеяться, что ничего страшного не произойдет. Но волк у него, конечно, красивый. Лучше принести в жертву пару коз и овец, чем сжигать людей на кострах, как на большой земле. Согласна. Очень даже согласна. Хотя овечек, конечно, тоже жалко. Из них можно пловчик зафигачить. Простите. Скука! Сварм! Ватнахалла! Ого, это круто. Ого, начинается. Так, а чё, кого? Так, ясно. Ой, ну они не сильно мне наносят урон. Так. Блотта Химмель! Блотта Мила! Бракка Ох Бликстар! Так, вообще мне только Квен здесь, наверное, пригодится. От мужика лучше далеко не отходить, чтобы, собственно, его никто не трогал. А волчик, кстати, хороший, он нам действительно помогает. Ау! Волчик кусает. Зараза, много их. Да капец, как много. Ах ты ж скотинек, а? Он мне напоминает, знаете, когда-то в «Спокойной ночи, малыши», короче, вел эту программу человек, который строил из себя волшебника. Если честно, забыла, как его зовут. И вот он тоже постоянно такие все заклинания читал. Ахалай-махалай, сяськи-масяськи. И тому подобное. Это было забавно, конечно. Так,
Ну что, похоже, да, началась мать. Буря. Такая славная гроза. Отлично. У меня давно не получалось. Ты видел эти капли? Крупные, как горох. Угу. Я что-то отвлекся на туманников. Они тоже получились вполне породистые. Да, к сожалению. Они всегда такими выходят. А серьезно? Может, это и к лучшему. К лучшему? Почему? Если перемена погоды не была бы связана с таким риском, мне бы давно оторвали голову. Одни бы хотели дождя, другие — солнца. Одни бы требовали шторма, а другие — моря гладкого, как лист стекла. А так люди приходят только, когда им действительно нужна помощь, а не когда им только чуть. Ну, вообще есть свой в этом резон. Понимаю, мне тоже иногда не хочется бегать за Накером или утопцем. Теперь ты поедешь к Греместу? А как же? После такой работы я с удовольствием немного... помогу ему в ритуале. Я себя поняла. Ой, да. Так, ну что, полутаем этих туманников, что с них осталось. Тут, конечно, травички все прикольные есть, типа вон подорожник местный. Ну такое себе. Что-то как-то так темно стало сразу. А нужно найти цветок курослепа. Насколько это далеко? Так, ну, в принципе, мы можем с вами просто на лошади доехать до туда и все. Темно, капец, ребят. Я, конечно, буду для вас очень сильно осветлять все, но если вы что-то не увидите, простите, я сама тут сейчас вижу очень плохо. И это несмотря на то, что у меня сейчас как бы гамма, ну, яркость выкручена просто на максимум. Так, ну, погнали. Не, мне даже Диноски Эги не нравятся вообще, если честно. Здесь должен идти снег. Буйствовать вьюга, снежный буран, мороз там под минус 30, все дела. Но не дождь. Дождь неинтересный. Так, ой. 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 Куда-то я зашла вообще. Это что такое? А? Скелет обглодан дочисто, но при нем что-то есть. Таинственная карта. А? Ниточка за иголочкой задание. Идите по карте. Какого он там уровня? 12-го. Ну давайте сходим, конечно. 614 метров. Так, я услышал какую-то нехорошую тварь. Ползти далеко, поэтому мы туда не пойдем. А кто там вообще? Не могу понять. Отдохни. А, там призрак. Ну давайте с ним зафигачимся, почему бы и нет, не жалко. Сюда иди. Давай, 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 иди сюда. Помахаемся, что ли. Так, и все. Что это было, конечно, сложно сказать. Ну да ладно. Солнышко мое. Че ты боишься? Не бойся, все хорошо. Так, дополнительные задания, упражнения высшей алхимии. Погнали. Но! Странно, вроде 9 утра, но что-то вообще не проясняется никак. Темно, как. Что-то мы в какой-то вообще просто, я не знаю, в такой лес лезем с вами, ребята. Нехорошо это. Не торопись. Так, надо сохраниться. Я услышала волков. На листьях еще есть пыльца. Кто-то сорвал цветок совсем недавно. Так. А, очередной искатель курослепа. Очередной? Нет числа тем молодым друидам, которых Гремест послал в этот лес. Они выходят оттуда высушенными, с пустым взглядом, без цветка. И никогда не говорят, что с ними произошло.
Я просил Гремиста, чтобы он отказался от этих испытаний, а он в ответ только смеется. Ну все, шутки кончились. Один из наших новичков, Рамунд, не возвращается. Я пришел сюда, чтобы найти его. Что ты знаешь про этот лес? Немного. Забавно, правда? Друиды должны знать в лесу каждое дерево, каждый куст. Но даже мы понимаем, что в некоторые части острова лучше не заходить. Зверей укрощать мы умеем, но вот чудовищ уже нет. А у одного из них тут, говорят, логово. Кто тут? Леший? Баюн? Не знаю. Я уже говорил, те, что там были, никогда не просто говорят. Просто мы туда еще не ходили. Просто еще не было там нас, так что все окей. Ты ищешь друида, я цветок, нам по пути. Если хочешь, идем дальше вместе. Почему бы нет? Вообще странно. Помощь умелого следопыта мне не помешает. По книгам постоянно вот подчеркивалось прямо, что... В книгах постоянно подчеркивалось, что Геральт одиночка, что он всегда все делает один. Следы поэтому копыт, это очень странно. Конечности только две. Что? Серьезно? Так, волки. Белые. Ого! Крутой друид, однако. Так. Так, это я иду обратно. Подождите. Нам куда-то вот сюда? Нет, он не мог зайти так далеко. В смысле не туда? Что значит не туда, когда я вижу следы? Чувак, я наверное... Я собираюсь бегать за тобой по всем островам. Я возвращаюсь туда, где начинались следы. Да иди, блин, а я... Пойду вот сюда. Мне не нравится то, что... О, так. Следы ног. Некоторые свежие, другие едва видны. И все ведут в одну сторону. Ты как хочешь, чувак, я пойду вот сюда. Так, а тут всего одна пара следов уже. Это очень странно. Так, а вот и пещера. Текс. Вот уж не... Я все-таки пришла туда, куда надо. Угу. Суккубша вон какая-то. Хорошо здесь. Ведьмак? У тебя на меня заказ? Нет, я здесь случайно. Угу. Чего ты хочешь? Этот человек, кто он такой? Мой любовник. Точнее, один из моих любовников. Обычно я их прогоняю, когда все заканчивается. Но этот не храпит, так что я позволила ему остаться. Зачем тебе все эти цветы? Буду мед делать. Я же лесной суккуб. Мне положено. Как зачем? Чтобы было красиво. У чудовищ тоже есть эстетические потребности, знаешь ли. Если какой-нибудь цветочек приглянулся, возьми. Я люблю делиться. Че, зоенька какая сладенькая. Прощай. Ты ж моя прелесть. Так, курослеп. Так, вот. Все. Собственно, вот мы и нашли молодого друида, так что... Правильно я делала, что гнула свою линию и пошла туда, куда следы показывали. О, на улице... А, нет. Я понадеялась, что на улице немного прояснилось, но нет. Так, насколько дальше нам теперь бежать? Ага. Здесь мы еще не были с вами. Давайте сохранимся. И пробежимся, наверное, пешочком, потому что, в принципе, тут не сильно далеко. Нет.
Я, правда, конечно, ни хрена не вижу тут среди этих деревьев и кустов, но ничего страшного. Какая-то трава. Какая-то трава. Да господи, погода, проясняйся уже, пожалуйста. Здрасте. Господи, игра так подлагала чуть-чуть. Не нравится мне то, что я здесь вижу, ребята. Прям куда-то вообще на вершину надо лезть. Чего это вообще? Так, давайте сохранимся. Так. Альгуля. Здравствуйте. 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 О! О! Ребята, давайте вот сюда наверх, ага. Так, отлично. Один, все. Так. Ой, 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 спокойно. Все, отлично. Так, ну заброшен... А, это не заброшенная винокурня. Я что-то подумала, что это она, но нет. Коза! А ты-то что здесь забыла? Так, что у нас тут еще есть? Рубашка. Да нахрен она мне нужна? О, тут есть этот самый путевой знак. Отлично! Так. Ага. Пещера. Надо сохраниться. Кошку пить не будем, потому что внутри довольно светло, но какая-то тварь еще ходит. О, ну здрасте. Ну, спасти силу. Ух! Ох ты, япон, твою мать, серьезно? Опять я застряла, твою мать. Как гнусный же ты. Наконец-то. Ух. С циклопом разобрались, теперь можно спокойно осмотреться. Так, что это у нас? Что-то тут, похоже, надо забрать. Так, используй ведьмачье чутье, найдите винокурня. Инструкцию. Сейчас. Сейчас. Так. Так. Дневник дистиллятора. Холера. Опять явилась эта скотина. Не желала уходить, пока я не налил в тазик спирту до краев. Выхлебал все одним залпом и пошел. Неделя не прошла, опять он. Я кидал камнями, чтобы его прогнать. Тогда он бросил камень и сломал мне 3 ребра, а после выл и верещал до тех пор, пока я ему не налил. Посмотрел я расчетные книги. Так этот гребаный дикарь выпил у меня уже половину запасов. Не дам ему больше ни капли, хоть бы там не знаю что. Все-таки надо послать за ведьмаком. Так, окей. Вот и рецепты. Так, письмо. На текст читается.
Тьялфи, даю тебе последний шанс. Или ты сделаешь все как следует, или конец твоему обучению, возвращайся домой. Дальше инструкции. Перечитай два раза, чтобы наверняка дошло. Положи затор в испаритель, разведи огонь под испарителем, охлади... Так, подождите, это надо записывать, это слишком сложно. Это уже надо все отмечать себе, потому что я же такой себе. Так, так, положи затор в испаритель. Так, записала. Разведи огонь. Записала. Так, охлади конденсатор. Охлади конденсатор. Так, сперва рычаг справа, потом рычаг слева. Не перепутай. Просто-просто. Вот и берись за работу, Дагфин. Не выбрасывай испорченный солод за винокурня, только в ручей, а то еще не весь кто запах учует и сюда припрется. Так, окей, хорошо. Найти немного солода. Так, это все не то, это все не то. Так, что тут у нас еще есть? Княжеская вода. Так, это рычаги вот эти вот, собственно. Так, может тут наверху что-нибудь есть? Так, что это? Геральт. Геральт. Так, а вот и солод. Здесь осталось немного солода. Так, ну что, первым делом нужно... Господи, я уже... Сюда, наверное, я даже не могу разобрать, что я написала себе. Так, ну давайте, добавить солод. Так, теперь нужно развести огонь. Теперь нужно прокипятить солод. Так, окей. Теперь нужно охладить конденсатор. Верно, хватит, пора охлаждать. Так, сначала рычаг справа. Теперь рычаг слева. Вот так-так. Оказывается, я неплохой винокур. Да ты просто читаешь. Ты просто читаешь инструкцию, вот и все. Так, теперь можно возвращаться к этому друиду. Давай, давай, Герочка, не тупи. Так, 800-900 метров. Давайте воспользуемся, наверное, путевым знаком. Не сильно горю желанием бегать пешком. О, у нас тут какое-то место интересное. Интересно, интересно. Надо будет туда сходить потом как-нибудь. Может быть, какое-нибудь задание приведет нас туда. Что-то темно и противно здесь, ребята. Прям не нравится. Так. Сохраняемся. Ну, здрасте. Я сделал все, о чем ты просил. Ты показал себя молодцом, парень. У меня странное чувство, что они сейчас бухать будут. Этот спирт, который я сделала. Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжелая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придется подождать. Блин, они реально будут бухать всю ночь, ребята. Не заглядывай внутрь, а с утра начнем обучение. Ну, ок, ладно. Как пожелаешь, мастер. Ха! Я из тебя еще сделаю человека, ведьмак. А теперь давай, кыш. Ой. Чую, будет весело. Так, подождать до завтра. Давайте посидим вот тут вот на камешке, как Алёнушка. Нет, Геральт в любом случае не может нормально сидеть, поэтому так, давайте. Часов до 9 утра следующего дня подождем. Кстати, скоро 31 уровень уже апнем, если вы, как вы видите. Ну, слава богу, хоть прояснилось-то чуть-чуть, боже. Так, ну я ж вроде... Надо еще подождать? Ну давайте еще подождем. Так, поговорить с Гремистом о награде. У меня странное чувство, что он там сейчас бухой будет в хламину. Да,
Да, они бухают. Давай еще. Ну и товар. Самый лучший. Из Морскогина. А спиртик с Градовой горы. Наконец-то мы немножко погудели, Фрисев. Наконец, хоть что-нибудь, кроме этих сучьих эликсиров и трансмутаций. Я вижу, ритуал еще продолжается. Ритуал, пьянка. Геральт, говорил же я тебе же, что только друиды внутреннего круга. Круга-сруга, парень и так набегался. Ты б его в угол еще поставил. Ну, хорошо. Геральт, налей себе. И начнем обучение. Обучение за бутылкой? Это я люблю. Да-да, это я называю активизационно-ассимилятивным методом. Это так можно проверять на трезвость. Сможешь выговорить это слово, значит ты трезвый. Ассимилируешь. Ну ты садись. И вот это еще музычка. Начнем с усвоения токсинов. Тут, понимаешь... Так, видимо, кожа пофиг на токсины. Лучший учитель. Ага. В таком случае у меня уже есть кое-какой опыт. Тем лучше. Ты освоишь мои секретные методы. Смотри, берешь эликсир и буль. Говорят, старость не нравится. О, прикиньте, он камеру шатает чуток. Набухалась и называется с этими... С божечки, как их мать их, блин, с друидами, вот. Весело. Ну, похоже, задание мы выполнили, хотя вы гляньте, как нас шатает. Капец, как нас шатает. Ну, я вас поздравляю, задание мы выполнили. Ну, вот. Так, давайте продолжим здесь дальше на Скеллиге заниматься всякими вещами. Вон тут ведьмачьих заказов до хрена, плюс охота за сокровищами. Так, вот, я хотела сюда пойти, давайте пойдем. 1027 метров, нужно дойти до ближайшего путевого знака. Я надеюсь, Геральт сейчас просто не вывернет наизнанку от такой беготни. Возможно, что-то зацвели, и пчел мало. Морозы были суровы. На Спикероге треть горди не дожила до весны. Думаешь, действительно идет белый холод? Правду говорит пророчество. Трудно сказать, но одно я знаю точно. Весна с каждым годом приходит все позже. Ничего, ребят, ничего. Мы это как-нибудь исправим, я надеюсь. Мы и Цири. Я думаю, все будет хорошо. Рано или поздно, так или иначе, как говорится в книгах Макса Фрая. Кто не читал, кстати, почитайте. Хорошие книги, хороший автор. Точнее, как там, творческий тандем. Два автора пишут под одним литературным псевдонимом. Но книги от этого хуже не становятся, очень крутые. Есть «Лабиринты Еха», есть «Сновидения Еха», есть еще куча всяких сборников. Вот. Но автор у всех один – Макс Фрай. Вот. Так что вы почитайте, ребята. Я думаю, что очень многим из вас книги понравятся. Так, да, что-то, простите. Я сегодня вообще не подготовленная к серии, абсолютно не собрана, такая, чё, где, куда? Мы служим той, что вечно дева мать. Так, Торгашек, ну давайте посмотрим, что у него есть у Торгашика. Приветствую. Здравствуй. Ты удачно зашел. Вчера вернулся Драккар Эйлофа Внезапного. Внезапного? Так что у нас есть новый товар. И что он внезапно делает? Спит? Ест? Орет? Утилится? Дай-ка взглянуть. Бухает? Так, что у нас тут есть? Одинокий мир, путеводитель по фарерам. Ну, такое себе, у него особо ничего нет. Разве что всякую хрень ему продать можем. Ну, шкуры мне не сильно нужны. Да нет, я и без них как-то проживу. Если что, просто купим кузнецов уже, если надо будет. Но пока вроде не надо. Так, что у нас тут? Где-то здесь у нас должны быть сокровища. Так, Герочка. Так, что у нас тут, а? Ты гля. Вот и нашлось. Но меня смущает. Так, здесь же был знак. Очень странно.
Это было очень и очень странно. Я не знаю, что это такое. Ну да ладно. Так, чем мы сейчас займемся? Давайте пойдем, наверное, возможно, по вот этому заданию. Грустная история братьев Гроссборд. Ну да, давайте, в принципе, по этому заданию пройдем сегодня. Я думаю, мы успеем его сегодня выполнить за серию еще, пока она не закончилась. Так, 1116 метров, надо идти к путевому знаку. Я так чувствую. А где он тут, господи? Здрасте, девушка, симпатичная вы очень. Кузнец. У меня здесь все. Но здравствуй, надо полагать. Здравствуй, здравствуй. Опа. Здравствуй. Так, что у тебя можно вообще сделать? Так, вообще для тебя сначала тебе штаны продам. Так. Мастерский серебряный меч. А ты мне. А, ты кузнец-ученик, понятно. Тогда мы у него просто починим все. Чтобы все было в лучшем виде. Прощай. Спасибо. Попутного ветра. И тебе тоже, мужик, если однажды соберешься в море. Ну, я так чисто сомневаюсь, потому что что кузнецу вообще в море делать? Так, куда нам с вами надо? Ух ты, ядрить вашу налево. Отыскать братьев Гроссборд на юге Артскеллига. Почему нужно в самую задницу пилить? Ну, серьезно. Так, вообще, по-хорошему, наверное, мне надо вот сюда и потом на лодке проплыть вот здесь, потому что иначе хрен дойдем. Потому что как раз вот здесь вот развалины корчмы, здесь немножко сломанное было задание на зачистку локации. Потому что, как видите, люди сюда так и не вернулись. По какой-то непонятной для меня причине. Так, кстати, спасибо за краснолюдский спирт. Что у нас тут еще есть из того, что можно потырить? Да, наверное, ничего. Так, тут остались призраки вроде как, да, я так полагаю. Ну, по крайней мере, должны были остаться призраки. В общем-то, да. Давайте попробуем их снова попинать. Так, у меня как-то от этого... задание не сделалось, да, на зачистку локации, в общем-то. Оно так здесь и висит почему-то. Ну, короче, сломанное тут что-то похоже, потому что я по-другому с трудом представляю, как, что, куда, где. Потому что я, например, этих призраков уже, грубо говоря, второй раз бью. При этом гнездо чудищ я здесь зачистила. Его здесь нет. Но при этом и убивать в деревне больше некого. Это очень странно. Короче, мне эту игрулю вообще иногда не понять. Что происходит, спрашивается. Непонятно. Короче, ладно, будет у нас здесь незачищенная локация. Незачищенное место. Поплыли. Что это было вообще? Тут какое-то интересное место. Вон, типа пирс какой-то или что-то в этом роде. Но туда мы, естественно, не пойдем. Чем мы там забыли вообще? Море сегодня неспокойное. Не нравится. Главное шторм. В шторм, в принципе, не попасть, остальное не так важно. Такой спуск интересный. Не дай бог скатишься. Все себе переломаешь к чертям. Главное, чтобы не пришлось куда-то совсем наверх лезть. Прикиньте, если так оно и будет.
А я тут собралась в обход идти, все дела. Блин, это будет жестко. А, нет, нет. Я пришла туда, куда надо, в принципе. Я пришла туда, куда надо. Так. Тут как раз путевой вон знак есть. Так, ну я не слышу, чтобы тут кто-то был. Давайте выпьем кошку, потому что ну ни хрена вообще не видно. Я опять забыла, как она выглядит, эта кошка. Черт возьми. А, вот она. Так. Ну, так хотя бы немножко получше, потому что реально ни черта не видно. Вот это темнотища. О, Джанго Фред, привет. Снова мы встретились. Ну так как, не передумал? Поохотимся вместе на братьев Гроссбар. Для тебя это будут легкие деньги. Ну, давай пойдем. Ладно, поищем их вместе. Отлично. Тогда идем. Я напал на их след, они должны быть где-то недалеко. То есть, в принципе, я правильно сделала, что пошла вот. Так, мне тебя еще и защищать, походу, надо. Так, демеритовая руда, спасибо. Так, куда идти-то? О, так, стоп. Да ты... Хипона, мать! Геральт! Так, спокойно. Ну, как-то и все. Я не думаю, что это хорошая идея была, не знаю. Но они просто так тут сидели в пещере и все. Неплохо у нас получилось. Может, поработаем вместе? Черный экран, спасибо. Я прекрасно вижу персонажей, просто прекрасно. Одного раза хватит. Будь здоров. Он, видимо, посмотрел на нас как... Ну, да. А, типа все, да? Ну ок. Так тут же... Ну такое себе, что-то тут как-то ничего и нету. Интересного. Лута особо тоже нету. Ну, чуть-чуть совсем. Да. Однако фигня. А, не. Так, еще в сундуке. О, что нашла? Вот это уже хорошо. Это уже хорошо. Так, грибочки. Ну, Геральт. Японский бог. Так, в принципе, это все. Наверное, можно выходить отсюда. Сейчас только давайте чуть-чуть... А, тут наверху особо ничего нету, только сундуки, да? Спасибо. Так, и вот еще сундуки. Думаю, сейчас тогда выберемся наружу и будем уже заканчивать. А то я чуток здесь потерялась, походу. А, нет, нет, нормально все. Все нормально. Вот и выход. Так, ой. Сколько тут... Тюков-то, господи. Мама родная. Давайте собирать это все, ребята. Так, рогалистник. Там грибочки только лежат. Но это мне не так... Ой, так, подождите. Так, я же... А, все нормально. Все нормально. Геральт, какой ты сломанный иногда, а? Немного из тебя. Так, ну вот и ладушки, а ладушки. В общем, как-то так получилось. Так, давайте останемся в пещере, потому что снаружи слишком ярко для нас и нашей кошки. В следующей серии мы пойдем с вами дальше по Скеллиге. Тут остались еще задания на поиск этих сокровищ. Вот, и дополнительное... А, нет, дополнительное задание. Ну, в принципе, дополнительное задание уже можно тут вот взять, пойти сделать. Вот. Но следующую серию мы начнем с этих ведьмачьих древностей. Ну вот, а потом, если время останется, уже пойдем по вот этому вот заданию. Либо пойдем на ведьмачий заказ какой-нибудь, в принципе. Их 4 штуки, и все они нам уже по уровню, так что можем подтянуть.
Думаю, что будет интересно. Ну, на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. Ребята, как раз кошка закончилась. Всем тогда пока.